Тимочка, ну что ж такое? Опять ты зеваешь. Мы для вас сюрприз приготовили, а ты тут зеваешь. Вау, что это такое? Кэтя. Кэтя? Дима думает, что это... Так, это пазл. Кира, а у тебя что? А то покажи. Магнит попался, смешарики. Попались интересные такие пазлы со смешариком. А Диме с таким мальчиком с Маугли красивые пазлы. Будете складывать? Да. Да. Свои, Дима, свои. Кира, ну, наверное, Диме придется помогать? Да. Я сам. Ты сам? Ну, давайте, складывайте. У Киры получилась картинка. У нас получилась такая красотища. Кира, ты помнишь, как его зовут? И я не помню. Надо мультик обязательно посмотреть, да? Чтобы вспомнить. Лосяш. Лосяш. Это пин. А это пин. Но самое главное, это такие магнитики, которые можно приклеить на холодильник. Да, и даже пазлы. Это магнит. Это магнитные у нас пазлы. Так, Дима, а что у тебя? Мне слоник. У тебя слоник, у тебя такие пазлы красивые, но сложные для тебя, да? Дима, тебе там половины слоника, оказывается, нету. Что теперь делать? Где? Будет слоник. Будет слоник, да? Ну давай, надо все равно его как-то сложить. Да, у Киры все получается. Вот слоник. А где слоник? А где слоник? Там слоник. А что, кто там еще нарисован, Дима? Я-я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 -
Тачок. Это кто так говорит? Тачок. Это обезьянка такая, да? Да? А, понятно. Вот наши картинки сегодня какие получились. Да. Очень симпатичный Маугли. Да. И хороший такой смешарик. Да. И как бонус, еще и магнитик в подарок. Кира, Дима, вам понравился сюрприз? Да. Побольше таких? Да. Наверное, будем теперь прощаться. Всем пока. Подписывайтесь на канал Кира Ченнел.